увидел вот это. Жесть, в Стиме Horizon Zero Dawn Complete Edition появилась страничка, вот буквально ради прикола просто набрал, просто логинов, если помните, говорил о скором анонсе, но пока только это были на фоне слухов, да, но сегодня, блин, реально, офигеть, просто еще Complete Edition, то есть, если кто играл, вот я лично играл на PS4, Complete Edition — это все вместе с DLC, со всеми дополнениями. Тут, короче, она полностью на русском языке будет, то есть интерфейс, озвучка, субтитры, короче, все. Вот, то есть это внутренняя студия, издатель PlayStation Mobile почему-то тут. Вот, но сам факт, что, короче, все будет переведено, все будет максимально круто. Тут, видите, все дополнения, все бонусы, они будут здесь включены. Интересно, что за системные требования будут. Но явно можно будет поиграть в 2К, как говорится, с нормальным FPS-ом выше 30. Вот. Это круто. То есть, наконец-то свершилось. То есть, это первая, я чувствую, ласточка. Дальше будут релизы уже типа God of War и так далее. Uncharted жду тоже в Стиме. Наконец-то игры приходят в свое лоно PC гейминга. Вот куда им надо идти. Вот, так что я надеюсь, вы тоже ждете эту игрушку, как, так же, как и я. Ну, блин, это очень круто. Очень круто. Я надеюсь, ну, я ее сразу куплю. Только, видите, скоро выйдет еще. Еще даже нельзя ее купить. Еще пока что. Вот. Ну, системные требования тут не указаны. Но я думаю, что они будут... Ну, я думаю, нормально портируют. То есть, не думаю, что будет всех лагать. Вот, ну я очень жду, короче. Я ее на плойке так и не прошел полностью. Здесь я надеюсь пройти. Вот. Так что вот хотел с вами поделиться радостной новостью. Всем пока, до встречи на стримах.